Александр Шлеменко одержал 51-ю победу в своей карьере. В Москве в главном поединке солидного российского турнира «Битва-18» Амич единогласным решением судей взял верх над швейцарским бойцом японского происхождения Ясубием Энамото. Шлеменко действовал первым номером, навязал сопернику бой в стойке. Энамото принял вызов, омский боец атаковал мощнее и изобретательнее, увеличив арсенал своих действий в ударной технике. В заключительные секунды третьего раунда был близок к тому, чтобы нокаутировать швейцарца, в итоге выиграл по баллам. Этот успех в поединке с достойным соперником важен во многих аспектах. В феврале Шлеменко продолжит выступление в топ-турнире «Беллатор» и сразится с опытным голландским бойцом.